Международное сотрудничество между Россией и Малайзией достаточно перспективно. Между странами высокий уровень товарооборота. В рамках Международного экономического форума России «Исламский мир Казан Форум 2024» проводится ряд мероприятий по развитию сотрудничества между Россией и Малайзией. 16 мая Казанский федеральный университет принял участие в заседании круглого стола «Россия-Малайзия. Экономические аспекты регионального сотрудничества». Здесь подвели итоги успешного международного сотрудничества, а также наметили планы. Пожалуй, ключевым аспектом обсуждения стал туризм. Малайзия действительно одна из тех стран, которая очень, во-первых, активно развивается, значит, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, значит, что такой тигр азиатский, один из азиатских тигров. Действительно сильная экономика, причем инновационная экономика, которая в настоящее время активно учит международного сотрудничества. С отчетным докладом выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Он подробно рассказал о перспективе углубления российско-малайзийского сотрудничества в сфере науки и высшего образования. Проректор по внешним связям КФУ поделился со слушателями успешным опытом Казанского университета в сфере сотрудничества. Есть различные варианты сотрудничества. Вы знаете, что в октябре остался визит, в том числе делегации Казанского университета в Малайзии, были подписаны ряд соглашений, были достигнуты договоренности определенные. И фактически мы продолжаем вот этот момент, который был задан октябрьским визитом. Планируется в августе месяце большая стажировка, которая организуется Казанским университетом совместно с правительством Республики Татарстан в университет Малайи. Вот сегодня мы подписали соглашение, и первым таким проектом станет эта стажировка, которая пройдет в августе уже настоящего года. В завершении форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и университетом Малайи. КФУ представлял Игорь Привалов, директор Высшей школы государственного и муниципального управления. Со стороны Малайзии на подписании присутствовал Анис Юсал Юсов, исполнительный директор Международного института политики и управления университета Малайи. Нужен обмен и нужно развивать то направление, которое сегодня необходимо. А необходимость, она очевидна. Азиатское направление, я не повторюсь и не скажу что-то нового, а вернее повторюсь, что в том, что азиатское направление для нас очень приоритетно. Мы долгие годы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с Республикой Сингапур. И очень многие вещи взяли у них для своего применения и сегодня активно это работает у нас в республике. Мы готовы к взаимному сотрудничеству. Ждем представителей Республики Татарстан в университете Малайи. Также готовы отправить своих студентов обучаться здесь, в Татарстане. Это взаимный процесс, который нам будет очень интересен. Напомним, что сотрудничество КФУ с Малайзией в настоящее время развивается в рамках меморандума о взаимопонимании с университетом Тун Абдул Разак, подписанного в 2015 году. Также в 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Набережно-Челнинским институтом КФУ и одним из ведущих частных высших учебных заведений в Малайзии Линкольн Юниверсити Колледж. Направления сотрудничества предполагают взаимный обмен студентами и преподавателями, проведение совместных научных исследований, обмен учебными программами и публикациями, а также программу двойных дипломов. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.